Всем привет! Я в магазине Светофор на Беляева. Смотрите, какие у нас есть контейнеры Каскад. Не знаю, какие новинки есть или нет. Я только зашла. Будем смотреть. Значит, 99,80 из 5 контейнеров для СВ печей. Есть с желтыми крышками и мятные. Мятный цвет такой. Недорого, 99 рублей 5 штук, просто отлично. Буду идти хаотично, что увижу, то сниму. Оскар, соус грибной для пельменей. Не знаю, вкусные нет, но грибочки здесь, конечно, вкусные нарисованы. А цены? Цена 25,10. Так, еще какой-то есть. И сырный. Люди подушки берут. Халва. Я такую еще не видела. Азовская. 500 грамм. 39 рублей. И, конечно же, состав. Вы просто не представляете, какой я... Испытываю удовольствие снимать видео для вас. Если я долго не бываю в магазине, у меня, по-моему, ломки начинаются. Вот ей-богу, меня тянет. Я раньше, немножко поговорю, пока иду. Я раньше работала предпринимателем, ездила за товаром. Я ездила в Польшу, в Турцию. В последнее время ездила в Москву. Я торговала кожей. Кожаными куртками, дубленками. В субботу-воскресенье, значит, отстоим рынок. В воскресенье уезжаем. И в четверг приезжаем одним днем. Ну, когда не одним, когда двумя днями. И я хочу что сказать, что когда рынок отстоишь, и уже тебя тянет в дорогу. Я не знаю, уже собираюсь, уже хочу, уже тянет. Вот какие конфетки. Тоже, наверное, как ломки были. Уже знаешь, что брать с собой, какую косметичку, что туда положить. Уже, я не знаю, уже было как на автомате все. В вагон, когда сажусь, вешаю на этот крючок у меня косметичка, на этот крючок у меня что-то другое. Я говорю, до автомата доходило, что... Вернее, на автомате все делала. И мне это очень-очень нравилось. А потом у меня началась аллергия на постельную пыль. И я начала задыхаться. И мне пришлось расстаться с этой профессией. И теперь я вот нашла другое. Снимаю видео. Спасибо вам большое, что смотрите. С наступающим вас Новым годом. Итак, я продолжаю. Зашла в холодильник. Я уже говорила в прошлом видео. Вот такая рыбка, очень вкусная. Еще раз повторю. Филе с кожей, шхуна. Мне понравилось. Вкусненькая, ароматная. 113,50, 500 грамм. В холодильнике очень много народу. Все берут что-то. Кстати, вот это молоко я тоже показывала. Очень вкусное. Смотрите, вкусненькие какие. Фруктово-ореховая смесь. Я такую покупаю. Очень вкусная. 64,90, 400 грамм. Каша. Овсяная. С абрикосом и черносливом. Мне кажется, должно быть вкусное. 37,90, 350 грамм. Яблоко, вишни еще есть. Вот если она заваривается 20 минут, такую я беру. А если 5 минут быстрого приготовления, такую я не беру. Написано 0 минут варки. Не такую я не люблю. Я люблю настоящую. Мне кажется, от такой каши никакой пользы. А вот овсяная кашка, черная смородина. Опять не нужно варить. 5. Ну да, если по-быстрому, то можно, конечно, иногда поесть. Но лучше варить. Не знаю, будет ли вам интересно. Ну, сниму лопаты. Лопаты снеговые. У нас выпал снег. Очень много снега. Что-то какие-то они ненадежные. Деревянная ручка. И пластиковая лопата сама. Сейчас посмотрю, сколько стоит. 161,90. Лопата снеговая с черенком. Оцинк планка.
И на ручке еще есть. Затем есть тосол и моторное масло. Моторное масло 382,90. А тосол не знаю. Затем канистра пластиковая для топлива. 225,90, 10 литров. Антифриз. Трасса 5 килограмм, 40. 249,90. Вот, я нашла тосол Дзержинский. 5 килограмм, трасса 249,90. Очень хорошо идут полотенца. Различное белье. Берут люди. Тряпки для пола из микрофибры. Я не знаю, что можно вымыть такой тряпкой. Что вот можно вымыть такой тряпкой? Это если что-то застелено. Как вот у меня. У нас полы не очень хорошие, застелены. И вот так вот вокруг. То да. Различные расцветки. 50 на 60. 44,90. Санитарный чистол 10 в одном, заменит 10 специальных чистящих средств. Здесь унитаз, раковина, ванна и трубы. Легко устраняет серый налет, мыльные подтеки, плесень, жир, отбеливает, убивает микробы. Лимонная свежесть 750 миллилитров. 39,10. Кто брал такое, подскажите, правда такой хороший? И гель для унитаза универсальный. Чистит, устраняет запахи, дезинфицирует. Кафель, стекло, металл. 33,20, недорого. Тортик «Вкуснель». Вафельный торт в йогурте. Классический. 270 грамм, 36,100. И давайте, как всегда, из чего состоит. Паштет нежный с печенью индейки. Никогда не брала, не знаю. 240 грамм. Напишите, кто брал. 21 рубль всего. Так, еще какая? А это с гусиной печенью. Тоже 21 рубль. И с индейкой сейчас покажу. Что-то я в последнее время боюсь брать здесь консерву, ну, может быть, уже надо начинать, не знаю. Вот сколько я беру, а никогда не вижу хорошую. Вот давайте смотреть, я уже в прошлый раз вам говорила, если написано Иваси на этом, на баночке, значит, и рыбка должна лежать Иваси. А они пишут просто рыба, и все понятно. Вот состав, давайте. Из кусочков сардины. Это уже нормально. Давайте посмотрим на других. Это рыбка Иваси, натуральная, 50, 50, 250 грамм. Вот мне интересно, на горбуше что написано. Так, горбуша натуральная. И что здесь написано? Состав горбуша. Все, значит, на самом деле здесь горбуша. А так вот я до этого брала Иваси, это как же... Я брала семгу, и там не написано семга, там написано рыба. Давайте посмотрим в тунце, что у нас. Так, тунец. Тунец. Да, все нормально. Так что можно, наверное, брать. А горбуша 52,90. Тоже 250 грамм. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. С наступающим вас Новым годом!